Привет, друзья! С вами я, Наталья Николайчук. Сегодня буду проводить эксперименты. Вот у меня есть паспорт со старой обложкой. Хочу сделать новую. Ни разу не делала, прям сейчас буду экспериментировать. Мне буквально постоянно какие-то идеи новые появляются. Вот, значит, ткань. И вот основа, две картонки, 9 на 13. На 13, они вот как раз чуть больше паспорта. И ткань, она, у нее размеры 17 на 40. Соответственно, сначала поработаем с картоном. Ткань я уже хорошо выгладила и прилепила вот сюда флизелин, чтобы как раз на места было поплотнее. Первое, собираем обложку. Сантиметрик, вон как на коврике удобно. Понадобится клей-карандаш, мне нравится вот этот. И надо приклеить полоску, она вот высотой тоже 13,5, а шириной 5 сантиметров. В общем, лепим. Я не буду здесь делать никакой толстый картон, что-то беговать. И сверху та же песня. Так как это будет внутренняя сторона, тут где тоже штуки, где надо склеить. Как-то так. Теперь очередь за тканюшкой. Сначала нужно ее приклеить сюда. К картонке вот так. По краям. Ну, сначала вообще к самой картонке. Желательно приклеить. Что-то маловато. Ну ладно. И вот это тоже надо между собой слепить. В продолжении. Потому что так комбинация должна стоять. Не выглядывать. Все. Также и эта сторона. Какие-то нитки совершенно ненужные. Так, тут все. Теперь низ. Проверка. Проверка. Все. Теперь вот этот будет загинаться вот здесь вот так и подворачиваться. Этот будет загинаться сюда и подворачиваться. Еще нужно приклеить вот сюда полосочку ткани. Маскировочную. Вот такую.
5 на 14,5. И еще раз клеим. Оп. Все. Можно, конечно, подальше завернуть. Так. Все. Красота. Теперь вот сюда нужно вырезать квадратики. Сейчас померю размеры, какие квадраты вырезать нужно будет. Где-нибудь 8,5 на 12,5. 8,5 на 12,5. Вот они будут вот так вот тут лежать. А вот эти штучки будут загинаться и вот сюда вставляться. Где-то здесь сколько сантиметров? Здесь многовато, 6. Надо где-то 5. Вот так. Вот это можно уже между собой склеить. Ну, я так думаю, что можно. Я же только придумываю, что как его сделать получше. Только в моих мозгах так будет лучше пока. Может, потом отклеивать придется. Оп, так. С этой стороны также. Такой. Основательный будет паспорт. Да, это будет вот так. Бумажулька. И вот это сверху пришиваться на машинке. Но это потом. Сначала нужно сделать декор обложки. А, ну и проверить, вставляется ли вообще в это наше изобретение паспорт. Паспорт. Ну да, вставится, если прошивать совсем по краю.
что же еще ничего не придумала.